Сегодня, 22 мая, президент Трамп объявил, что место поклонения, включая церкви, синагоги и мечети, являются важными и должны быть открыты уже на этих выходных. По его словам, губернаторы открыли алкогольные магазины и клиники для абортов, но церкви остаются закрытыми. Это неправильно. Трамп призывает всех губернаторов открыть церкви немедленно, называя их местами, которые объединяют и укрепляют наше общество. Трамп добавил, что для многих американцев церкви являются неотъемлемой частью жизни и убедил, что пастыря, раввины и другие религиозные лидеры позаботятся о безопасности всех посещающих, когда те собираются для молитвы. Конкретнее он сказал, они заботятся о своих членах и примут все меры предосторожности. Трамп приказал всем губернаторам немедленно открыть места для поклонения уже на этих выходных. Он подчеркнул, что если губернаторы откажутся это сделать, его президентский указ войдет в силу и превзойдет их решение. Трамп объявил, Америка нуждается в том, чтобы мы молились больше, но не меньше.